Это здание по улице Завальной, 18, хорошо помнит не одно поколение пинчан. Здесь когда-то располагалась детская больница, а в последние десятилетия – филиал детской поликлиники. Конечно, старое здание как внешне, так и внутри не соответствовало тем требованиям, которые предъявляются сегодня к медицинскому учреждению такого профиля. И городские власти вовремя приняли решение провести его реконструкцию, чтобы поднять уровень и качество педиатрической помощи на более высокий уровень. После первого этапа ремонта фасада, перекрытия крыши и благоустройства строители приступили ко второй очереди масштабной реконструкции. С сентября месяца мы, скажем так, выселили из филиала всех работников, потому что уже здание не смогло работать на строящемся объекте, и переселили участки районных педиатров, специалистов во все филиалы детские города. Конечно, пришлось потесниться филиалом по улице Ильина и Революционной. И здесь огромный наплыв пациентов, хотя кабинеты работают на 3 приема. Но все это временно и оправдано. Просим, скажем так, терпения и понимания от населения города, что это временное явление. И да, трудно, особенно филиал по улице Революционной, филиал по улице Ильина. Мы видим, какие очереди скапливаются иногда под кабинетами, как трудно попасть иногда в филиал по улице Революционной. Но это временное явление, и мы просим наших граждан просто понимания и терпения. Надеемся, что к весне мы порадуем вас новым филиалом на Завальной, 18. Срок завершения всех работ обозначен. Это 1 апреля. Пока, учитывая четкое финансирование, которое осуществляется из городского бюджета, стоит надеяться, что строители успеют выполнить запланированный объем работ. Однако стоит сделать поправку и на то, что филиал предстоит и обустроить, и оснастить практически заново. Изначально не типовое для медицинского учреждения, сейчас мы стараемся его привести ко всем нормам, как санитарным, так и требованиям всех остальных служб. Соответственно, меняется конфигурация помещений, меняются все сети. И после окончания этого ремонта мы планируем обновить все подразделения, находящиеся там, как и новым оборудованием, так и возможностью присутствия специалистов всех профилей в том филиале. В любом случае, филиал по улице Завальной, рассчитанный на 200-300 приемов маленьких пациентов в смену, станет одним из самых современных в городе. И это стоит высокой оценки и признательности. И еще одна приятная новость. Информатизация детской поликлиники позволила обеспечить вызов педиатра на дом по интернету. Появилась новая услуга, которая вы можете зайти на сайт pcp.by. Там есть электронная регистратура детской поликлиники. Входя туда, можно вызвать врача на дом, описав основные проблемы, симптомы, которые с ребенком, заполним определенную форму, и будьте уверены, к вам обязательно доктор придет.